Анонс и точная дата выхода с 5 по 8 серию нового сериала «Бим». С 5 по 8 серию сериала будут выходить на телеканале НТВ 11 января. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Макар и Бим оказались на побережье Черного моря, но отдыхать и наслаждаться видами местности некогда ни одному, ни другому. Вскоре Климов понимает, что в городке процветает криминал, торговля и контрабанда наркотиков. Марк понимает, что только он сможет навести порядки в этих краях. Главный герой вместе со своим четвероногим псом Бимом старается охранять покой жителей, борясь с теми, кто встает у него на пути. Марку будет помогать четвероногий друг. Пес не только не пройдет мимо контейнера с наркотиками, но и догонит любого бандита. Капитан полиции вместе с собакой по кличке Бим распутывают сложные преступления. Они коллеги и друзья одновременно. Напомним, с 5 по 8 серию сериала будут выходить на телеканале НТВ 11 января. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.